Экшн-камера – это уникальный и, наверное, единственный в своем роде гаджет, который теперь чаще всего используется не по назначению. Ну вот судите сами, экшн-камеры же были созданы для активных видов спорта, экшена и экстрима, а теперь это почти народный гаджет. В реальном же мире экшн-камеры используются для съемки видеоблогов на YouTube, фотографирования и просто в отпуске, снимая семью. Совсем недавно я узнал очень удивительную для себя информацию, что экшн-камеры очень популярны на стройке и в строительстве. Строительные компании и подрядчики используют эти устройства для того, чтобы снимать объекты. Ну, представьте себе какую-то маленькую комнату, либо же коридор узкий. Вам нужно же все это показать как-то. Берете экшн-камеру, снимаете, и угол охвата позволяет это сделать. Сегодня я буду рассказывать вам про экшн-камеру, которую я выбрал лично для себя, для повседневной съемки. Отличный вариант за разумные деньги. Это UI 4K Action Cam. Еще ее называют Xiaomi UI 4K. Action Cam. Включайтесь, поехали! UI Technology – дочерняя компания Xiaomi, специализирующаяся на видеотехнике. Полтора года назад мы увидели первую экшн-камеру UI Action Cam, которая имеет как и очень привлекательный ценник, так и ряд недостатков. В Xiaomi UI 4K камера исправлены все недостатки той модели, за счет чего и стоимость справедливо подросла. Новая модель имеет широкоугольный объектив, свежую матрицу от Sony и, понятно, из названия умеет писать видео в 4K. Камера поставляется в небольшой аккуратной коробке, внутри которой находится только само устройство, миниатюрный кабель microUSB и инструкции. На лицевой панели указаны основные характеристики. Это 12 мегапикселей фото, 4К видео. Левее находится двуцветный светодиод. Синий во время работы, красный во время зарядки. На верхней грани расположились динамик, два микрофона и кнопка записи, также оснащенная светодиодом, который загорается во время записи. На нижней части камеры отсек аккумулятора и карты памяти, а также стандартное гнездо штатива. Боковые грани не порадуют чем-то интересным, разве что справа под заглушкой нашел себе место разъем microUSB. Корпус сделан из пластика, поэтому лучше приобрести защитный чехол. Нововведением стал дисплей на задней панели. Он сенсорный, с диагональю 2,19 дюймов, соотношение сторон 16 к 9, а разрешение 640 на 360 пикселей. Начинкой здесь выступает чип Ambarella A9SI75 с двумя ядрами Cortex-A9 с частотой 900 МГц, а также сигнальный процессор DSP с подсистемой обработки изображений ISP. Широкоугольная линза на 155 градусов в паре с матрицей Sony IMX377 и диафрагмой 2.8. Не обошлось и без вспомогательных датчиков, таких как акселерометр и гироскоп. За качественную картинку отвечает электронный стабилизатор изображения и коррекция искажений. Wi-Fi модуль здесь от Broadcom с поддержкой двух диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц стандартов 802.11abgn. Это обеспечит стабильное соединение при передаче видео. Камера поддерживает съемку slow-motion видео вплоть до HD качества при 240 кадров в секунду и таймлэпс видео, которое можно записывать одновременно с обычным видео или циклически. Аккумулятор здесь на 1400 мАч, выдержит почти 2 часа съемки видео в качестве 4К. На сенсорном экране отображается заряд батареи, текущий диапазон подключения и кнопки альбома и настроек. В шторке спрятались переключатели Wi-Fi, пульта дистанционного управления, который можно докупить отдельно, также блокировка экрана и выключение самой камеры. Кнопки выбора режимов съемки очень удобны, как и самих настроек. В них можно настроить все до мельчайших деталей. Разрешение, частоту кадров, экспозицию и прочее. У камеры есть мобильное приложение, которое уж очень похоже на Instagram. В нем все пользователи UI Camera могут делиться своими снимками. А теперь о самом качестве съемки. Видео Full HD выглядит очень круто, благо тут есть огромный выбор режимов от 30 до 120 кадров в секунду. Если вы планируете снимать видео при плохом свете, выбирайте Full HD. А вот если вы снимаете днем, в 4К камера выдает очень хорошую картинку, для активных видов спорта идеально подойдет. Как я уже говорил, у этой камеры есть электронная стабилизация, но я ее отключаю, потому что иногда она бывает лишней. И вот что самое интересное. Несмотря на то, что это экшн-камера из Поднебесной, качество звука здесь как у всех флагманских камер GoPro, либо же камер Sony. И на это обращаешь внимание, когда отсматриваешь материал. Эта камера умеет записывать slow-motion в 240 кадров в секунду, и эффект получается неимоверный. И несомненным плюсом лично для меня является то, что у этой камеры в корпусе есть стандартное гнездо для подключения к штативам. Это очень круто, это то, чего не хватало камерам GoPro. Друзья, если вы искали себе экшн-камеру, которая умеет записывать максимально возможное качество видео и максимально возможное качество звука при минимальном бюджете, то UI 4K Action Cam – это ваш выбор. К тому же я прикупил себе в магазине Allo вот такой влагозащитный кейс, пользуюсь им очень часто. И самое главное, что он поддерживает все крепления от GoPro, он универсальный, и это несомненно плюс. Друзья, напишите в комментариях самый неочевидный способ применения экшн-камеры в нашей повседневной жизни. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!